После первой морозной волны нас ждет вторая, и она уже на подходе. Однако почти сибирскую зиму осталось потерпеть недолго. Скоро у нас потеплеет, когда, знает Инга Гудель. После серьезных морозов, которые случаются у нас не так часто, пришло потепление. Это на смену холодному вторжению пришел воздух из Атлантики. И кажется, что можно выдохнуть. Зима ослабила хватку. Но нет. В расписании на ближайшие пару дней снова появляется снег, хоть и слабый. И усиление морозов. Можно сказать, прощальная гастроль. Холодная воздушная масса пройдет к нам с севера Европы. Самая холодная ночь, ближайшая ожидаемая, это с пятницы на субботу. Температура воздуха понизится до 15 градусов мороза. В общем, тем, кто очень не любит холода, придется еще немного потерпеть. Они уходят, но не на совсем. Все-таки зимы только половина прошло. Но все же на следующей неделе зима из почти сибирской снова станет нашей обычной южной. Это когда ночью до минус 5, а днем в районе нуля. Ну а к следующим выходным, к концу следующей недели, у нас еще потеплеет. Это будет аккуратно крещение. Можно сказать, что Небесная канцелярия крещенские морозы выдала нам авансом. Во второй половине недели ночью уже около нуля и днем около 5 градусов тепла. На следующей неделе в основном уже будет мокрый снег и дождь. И речь идет пока только о слабых. А теперь о пятнице. Завтра днем у нас до минус 5, будет облачно с прояснениями. На дорогах скользко, будьте аккуратны. Ночью до 10 мороза и местами слабый снег. Послезавтра слабый снежок по-прежнему будет пролетать и ночью похолодает. Инга Гудель, Владимир Погоня и Леонид Мастак. ТСВ.